на крест не очень много желающих идти. Больше склонны к тому, чтобы отдыхать. Mm-hmm. Поэтому мы вместе с Европой вымираем. Скоро все будет, это мусульманский мир. Я хотела спросить, в Москве тоже, если ходишь и на метро едешь, очень много из среднеазиатских бывших республик. Да. Это наше будущее, как и в Европе. Если уже, говорят, через 5 лет самое первое имя в Великобритании будет Мухаммед, уже сейчас оно второе после Джейкоб. На первом месте Яков, вот Джейкоб, а на втором месте Мухаммед, то через 5 лет уже по статистике говорят, что будет Мухаммед, а Джейкоб будет на втором месте. То же самое в Брюсселе. В Брюсселе уже мусульман живет 49% населения. У них побольше детей, большие семьи. Да, у них они любят детей, они воспитывают их. И в Берлине скоро будет 70% мусульман и 30% немцев будет пожилых. А в Москве пенсионеров. Как? А в Москве? И в Москве так будет. Таджики будут, узбеки. Христианская нация, потому что они вместо того, чтобы идти в церковь, идут на футбол, идут на поп-концерт, а им придется эту всю территорию отдать мусульманам. Поэтому я счастлив, что я уже старый человек, я до этого не доживу. Потому что я вот посещал Турцию неоднократно и видел, что осталось от Византийской империи христианской. Осталось несколько памятников. И вот на территории Европы тоже останутся несколько памятников. Из некоторых сделают мечети неплохие. Вот. А так Европе ей конец. Именно потому, что отказались от своей веры. Поэтому будущее. Мусульмане скупают недвижимость очень активно. И, в общем, так они умные, образованные. Так что будущее за ними. У них по много детей. А в Германии, вот я знаю, сам видел, там сдается таунхаус семье без детей. Такие объявления. То есть дети не нужны. Вот. Многодетных семей в Германии, я не знаю сколько, 1, 2, 3. Вот. Есть, но мало. А мусульманские семьи, они все многодетные. Ну, а здесь похоже, в России. Да, да. Все похоже. Мы же Европа, у нас все те же самые тенденции. Мусульмане рожают детей, а христиане предохраняются от них, как от бандитов. Поэтому это наше будущее. Я вот когда смотрю таджиков, узбеков, вот я смотрю, как на будущее Европы. Да. Храмы пустые. У нас, когда идет какой-то в Москве мусульманский праздник, десятки тысяч мужчин на улице приходят молиться. А в каждом храме в основном женщины. Ну, мужчин 10%, ну, 15%. И не молодые женщины. И та же Европа. Молодые тоже. Молодые тоже. Да. Нет, у нас в храме в нашем много многодетных семей. Но разве мы можем переизменить всю ситуацию во всей стране? Ну, в приходе – да. У нас никто абортов не делает. Много многодетных семей, по 7 детей, по 8 есть. Вот, несколько, так сказать. Но все равно эту общую картину никак нет.